Здравствуйте, друзья! Чего только не узнаешь в этой жизни, особенно когда живешь долго. Вот, значит, вчера человек из лучших чувств, астролог в душе, я не уверен там насчет, как сказать, глубины, но ну, достаточно такой углубленный, мне наставление такое сделал по части опасных моментов, в общем, когда надо так поберечься и так как-то осторожненько все. Вот, значит, оказывается, что, ну вот с его слов, я за что купил, значит, продаю, не продаю, а так делюсь. Значит, оказывается, последний месяц вот перед днем рождения, а у меня 28-го, значит, апрель. И вот последний месяц, говорит, он очень опасный, там, 12-й дом, я тоже не буду там детали, ну, не суть. Вот этот 12-й дом, там на нем особая такая ответственность, и вот там всякие энергии неправильные могут проникнуть. Да, в общем, короче, надо поберечься. Но тут дальше, и я как-то на самом деле про... Ну, вот эти циклы, я как бы, я понимаю, да, то есть концепция понятна. Значит, там 12 знаков зодиака, 12 циклов, там понятно. Но вот как бы есть месячные циклы, хорошо. Там, перед днем рождения, то есть отсчитывается именно от дня рождения. Но дальше, я тоже, я как бы знаю, то, что есть недельные циклы. Там, но вдруг он говорит, что последняя неделя перед днем рождения, а это стало быть, что получается между 21 и 28, вот последняя неделя, она особенно уязвимая. И вот тоже надо, в общем, береженного там, ну, звезды берегут, в общем, надо знать и как бы осторожненько. И вот я задумался, думаю, а я ничего такого и не планировал. Думаю, может, надо что-то спланировать, а может, просто там полежать на диване или в кресле там качалки покачаться. Ну, в общем, сразу возникло много вопросов, как провести последнюю неделю года. Вот. Но, скорее всего, я, видимо, ничего специально делать не буду, а буду жить, как жил. Я хочу сказать, вот пока не знаешь ничего, так и живешь спокойно. А как что-нибудь узнаешь? Фактически зомбирование такое происходит. То есть какой-то информации. И ты уже начинаешь как-то это воспринимать. Ну, хорошо, я не отношусь к этому так очень с доверием, но, во всяком случае, с интересом отношусь, с интересом. Так, как начнешь наблюдать что-нибудь, сразу увидишь, а не наблюдал, так и не увидишь. Это такая особенность психологическая. Сегодня солнышко светит, день явно хороший будет. Ой. Значит, я снял с утра настройки немножко, и очень интересно, у нас беседа со Светланой происходила, потому что она ищет какую-то тему поговорить. То есть как-то ей хочется, но вот, знаете, нужен такой материал, чтобы хотелось. И она прочитала историю паренька одного, рассказала мне. Но дело не в этом. Дело в том, что мы с ней по-разному смотрим на одни и те же вещи, но мы как бы понимаем друг друга. То есть я очень хорошо понимаю, что она говорит. Она очень хорошо понимает, что я говорю, но при этом мы как бы немножко с разных сторон смотрим. И вот там получилось так, что паренек хотел чего-то. И ему говорят, ну давай. То есть вот он к начальнику, начальник ему говорит, ну давай. А дальше получается, что надо каждый день что-то делать. Ну, в этом направлении. Причем не в рабочее время, а вот он отработал, а дальше надо что-то подучить. Ну и, в общем, как-то ему не в радость. Не хочется учить, и времени нет, и настроения нет, и желания нет. И он говорит, вот где взять мотивацию-то? И я Свете говорю, да, она говорит, вот как бы ты ответил? Я говорю, ты знаешь что? Цель должна быть правильно выбрана. Вот есть такое выражение в английском языке, которое переводится так, поставил лестницу не к той стене. То есть карабкался, а когда уже залез на стенку, вдруг выяснилось, что стенка неправильная. Да?
там, to the wrong wall поставил. Значит, если у тебя лестница стоит у нужной стены, и ты карабкаешься, и каждый день тебе в радость, и процесс карабкания в радость, потому что по-настоящему человек получает удовлетворение не от того, что он получил что-то вот и пришел в конечную точку. Допустим, он там 5 лет учился, чтобы получить диплом. Радость от этого у него не в тот момент, когда он получил диплом, а радость у него в тот момент, когда он учился. Вот все 5 лет у него радостные, потому что он каждый день приближался к своей цели. Если они были не радостными, если в момент получения диплома он получил, просто он вздохнул с облегчением, избавился, отделался, уже наконец-то уже... Это не было такой целью, которая для него была значимой. То есть его вынудили что-то сделать. Общество, родители, жена, там, я не знаю, кто его заставил учиться. В армии не хотел служить, вот в наше время, да, надо было. Не хочешь в армии служить, иди вот в институт, учись там. Разные были мотивы. Но просто я к чему говорю, что если это было ему в тяжесть, это не было той целью, к которой он хотел по жизни прийти. Больше того, вот та цель, к которой он должен был прийти, но не пришел, она все равно остается, и где-то она там будет его свербить, вот, и беспокоить, и создавать ощущение неудовлетворенности. Потом будет кризис среднего возраста, потом, ну, всякое там наберется. Попытка решить свои проблемы через то, что у него там второй брак, или третий, или четвертый, а проблема вот была там, и она никак не решается, а он, значит, не к той стенке лестницу приставлял. Поэтому, если цель правильная, твоя цель, только в этом смысле правильная, твоя, то у тебя весь процесс радостный. Вот я это хотел сказать. Может быть, Света тоже по-своему об этом поговорит, потому что это, на самом деле, это очень простые вещи, очень понятные, но иногда надо просто со стороны услышать, чтобы на себя посмотреть. Понимаешь, когда ты сам себе говоришь, это не совсем то же самое. Вот со стороны услышал, бах, и говоришь, боже, а я-то что? Вот если радостно каждый день, значит, все в порядке. Значит, вы же свою жизнь живете. Вот и все. А если там тугомотина какая-то, значит, наверное, надо что-то сделать. Я бы сказал, что надо что-то делать, потому что если в тугомотине жить, больной будешь. Настроение не то. Я имею в виду физически больное, потому что через психическое оно идет на физическое. И социальное, и, ну, ужас, просто ужас. Я как-то изучал, компания одна была по сетевому маркетингу. Значит, ну и они там, у них свои методы вовлечения народа и тоже их мотивации. И вот я изучал там их мульку о том, что такое здоровый человек, вот health такой, да, и вот там у них было 5 pillars of health, то есть 5 колонн, на которых, значит, здоровье. И дальше выясняется, что здоровье есть физическое, здоровье есть там моральное, здоровье, если я так правильно излагаю, здоровье есть финансовое, семья, да? То есть, и дальше они такую проводили завязку, они говорили, что если у тебя все 5 колонн не являются надежными, а вот хотя бы одна, оно рушит все здание, потому что, допустим, вот нет у человека денег, да, например, вот он финансово не самостоятельный, не обеспеченный, значит, в том смысле, в каком ему надо было бы быть обеспеченным, это сказывается, может быть, на семье, это сказывается на настроении, там, да, на психическом, переходит на физическое здоровье, там еще что-то. А если нет физического здоровья, например, да, то чего ему деньги? А как он вообще может зарабатывать? Ну и так далее. При том, что мы знаем людей, которые компенсировали нехватку чего-то одного, допустим, еще чем-то. И вообще трудно найти людей, которые во всех отношениях, у них все в порядке. Безусловно, там на 5 колоннах никто не стоит. Там хорошо, если там 4 на месте, а то бывает, что и на 3, и на 2 люди живут. Вот. Но моя идея сейчас в чем состоит? Что если человек живет, и у него нет каждый день такого радостного ощущения, что он вот на своем пути, то это
вот отсутствие вот этой колонны, оно как бы начинает все остальные разрушать. И отношения в семье, и на работе, и физическое, и психическое, и финансовое. Занимаясь не своим делом, не живя радостной жизнью такой, и зарабатывать трудно. Ну, то есть ты можешь зарабатывать, вот как повинность исполнять, конечно. Ну, как крепостной крестьянин. Вот он исполняет повинность. Тут у него оброк, там у него барщина. Дай бог не знать. Вот. Хотя есть современные, конечно, формы этого все. Вот, вот и все. Так что об этом хотел с утра поговорить, потому что Света меня так включила в эти размышления. Вот. А так все хорошо. У нас завтра пятница будет. Интересный день, потому что я говорил, там паренек приезжает, я пойду встречать. Наталья тоже грозилась поехать. В пятницу у нас тут будет полный разгром, потому что приходит компания одна интервьюировать. Они когда приходят, они занимают сразу все наше помещение, там 5 комнат, они в 5 комнатах садятся. Приходит большой такой оравый, и 30 человек, они говорят: София бедная, а где им найти 30 человек, тоже, знаете, как бывает. Ну, во всяком случае, 30 за раз. Ну, да если бы у меня столько было. Во всяком случае, вот мы уже тут по сусекам, там, подскребаем. И вот сейчас я приду. И мы тут... Все расписание переменилось, потому что невозможно занятия в этот момент вести. В общем, такой хороший дурдом, на самом деле. Потому что, возвращаясь к теме сегодняшней, самый тяжелый период у меня в жизни, который был, это... Вот, когда рушился интернет-бум, а это пару лет продолжалось, так оно все ползло, ползло. То есть бум, конечно, он быстрее лопнул, но мы как зависимая операция, да, то есть мы, у нас на дольше хватило, нас самортизировало то, что unemployment, ну вот этот департамент, который занимается уволенными, он платит за них деньги. Поэтому, когда начинается падение какое-то, еще там на год, на полтора хватает вот тех денег. Но дело не в этом, дело в том, что а что за деньги, что за них за радость такая? Ты, все равно ты не востребован. То есть они тут отсиживают, ты понимаешь, что все равно девать их некуда. Ну, в общем, тяжело было морально. И вот эта вот невостребованность, вот вроде, и никто не прибегает и не кричит: сюда побежали, туда побежали, помощь нужна. И нет вот этого расписания, которое трещит, рвется, и ты там, и очередь стоит, чтобы там добраться до тебя. И вот эта невостребованность очень тяжелая штука. Поэтому я думаю, что это как раз в контексте того, что я сегодня вам рассказывал. И я с одной стороны, ой, там жалуюсь, там типа дурдом, тут схватили, там расхватили, тут начинаешь нервничать, потому что тебя со всех сторон, и ты не успеваешь, ты не додаешь тут и там и так далее. С другой стороны, я вам скажу, это большое счастье быть востребованным, разрываемым. Вот, но в меру надо, надо просто научиться, ну, как бы безопасно для себя это делать, для здоровья, для нервов, там, и так далее. Так что, такая вот у нас сегодня получилась беседа. Все, ребят, счастливо, я приехал на работу, вот, успехов вам всем и достижений всевозможных, и вот этого радостного ощущения, когда... Утром проснулся, и настроение хорошее, и думаешь: их, там сейчас еще один день. В хорошем смысле, да, то не, вот, и вперед. Счастливо!